Хакеры украли у компании Walt Disney копию пятой части «Пиратов Карибского моря» и угрожают выложить ее в сеть. По сообщениям издания The Hollywood Reporter и Deadline, хакеры требуют от компании огромную сумму в биткоинах в качестве выкупа. По словам президента Walt Disney Роберта Айгера, злоумышленники грозят выложить сначала 5-минутный отрывок фильма, а затем загружать 20-минутные части до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.